Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем дайлайтить в Харане. Точнее, уже в секторе 0. Так, я что-то понять не могу, у меня запись идет или нет. Что-то... Запись вроде идет. А почему ты вот тут не отображаешь, что у меня запись идет? Ну, хрен с ним. Так, что-то да... мы в жилом здании напротив заброшенной стройки на углу. Умоляю, спасите сына. Короче, Давуд куда-то влип. Встретись с Майклом в канализации. В общем, Давуд куда-то влип. Ну, что я тебе могу сказать, Давуд? Ничего я тебе не могу сказать, Давуд. Влип ты, в общем, Давуд. Так, умник. Тут рядом была вспышка, боюсь, из-за того, что кто-то наткнулся на бандитов. Кто-то скоро умрет. Ух ты. А ты точно умник, да? Слушай, ты прям, прям умник. Так, а что там такое? Вот такое вот это красное, что такое? Аванпост Раиса. И что мне? Что тебе надо? Так, а мне надо в канализации встретиться там. С каким-то, да, человеком. О, чувак. Давай-ка пробежимся, блядь, что тут. Так, надо это. Оп. Я даже не обжегся. Оп. Зомбаки. Ой, а чё вас так много-то? Зомби вы, блин. Подожди, а я чё, упал в воду еще и это? А я в воде не могу бинт использовать, да? Прикольно. Прикольно. Еще один аванпост Раиса. Или Раиса, черт его знает. Чувака на Р, короче. Сколько мне? Ну тут недалеко вроде плыть, да. Ша, есть что-нибудь здесь? Под водой. Что-нибудь там. Типа водоросля, да, есть? Нормально. Ну, стоило нырнуть за водорослю. А тут вот еще водоросль, я вижу, есть. Рыбка плавает какая-то. Ой, сколько тут водорослей. Ух ты, слушай, сколько тут водорослей. Нормально так. Мы сейчас пособираем, как мы только этих 30 насобираем, сделаем шизобомбу. И попробуем. И попробуем ее в деле. Но нам нужно сперва собрать 30 водорослей. Сперва нужно собрать 30 водорослей, а сперва сейчас нужно вдохнуть там, да? Давай, мы вдохнули. И опять за водорослями. Все, по-моему, все они... А, нет, вон еще есть. Ну что ж, пока есть, надо собирать. Какое тут прям рыба... Место-то в это прям... Рыбное, это для водорослей. Сколько я штук? 15 сразу собрал. Вообще отлично, да? Так, теперь... По вот этой вот фигне. Сюда мне надо или нет? Тут вроде входа никакого нету, да? Но мне надо... А, вот. Что я помню, что тут какие-то это... Вроде как створку видел. Но она здесь была. Так, сюда. Тут еще какой-то есть чемодан. Или сундук. Ну, тут лента, кофе. Так, а что, сколько мы насобирали водорослей? Водоросль где-то тут. Берсерк, вспышка. А вы как-то не по порядку, да, идете? Подводная вода. 16 только, ё-моё. 16 это маловато. 16 это ни о чем. Опять там кого-то убивают. Подожди, а чё? А, все что ли? То есть это типа не к нему был вход, да? Ё-моё, я-то наивный поверил, что это к нему... Ну ладно, раз не к нему, тогда я отсюда уплываю. Так, а сколько время? Час дня. Подожди, это что там такое? Ой, я еще водоросли пропустил. Еще пропустил водоросль. И у меня такое чувство, что я еще и тут пропустил. Подожди, они уже что, заново что ли наросли? Я не могу понять. Что-то это... Они так быстро регенятся, что ли? Ну, то есть, в смысле, регенятся, блин, это...
отрезаются заново. Ну. А и тут, блин, сейчас можно это весь остаток дня плавать, эти водоросли собирать. Мне надо этого там, Майкла или... Майкла мне надо. Мне нужно Майкла. Давай быстрее плыви. А это что, водопад, что ли? Точно, похоже, водопад. Не, туда не надо подплывать. Ты еще свалишься куда-нибудь. О. Оп. Сюда. Так, здесь что у нас? Ох, аж сколько тут ненормальных зомбаков. Метров осталось. Тох, чуть не это прям. Блин, живучий-то какой. Смотри-ка прям. Не берет его катана. Вот живучий-то прям. Че еще? Ой, ты лезешь еще сюда. Я тебя что, звал, что ли? Ты че? Ну. Я ж тебя не звал. Зачем ты лезешь? Ох, а там это вон лежит. Где-то. А там где-то лежит. О, а это. Зона карантина. Зона карантина. Слушай, может пробежимся здесь? А? Давай-ка, давай разок пробежимся. Тут она это, как бы недолгая должна быть. Насколько я помню. Тем более там какой-то полудурок хочет меня грохнуть. Надо зайти. В общем, новая Анталия. Я просто здесь фармил прям по это. Если я, конечно, сюда... Так... А, это... Не-н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 е. Как мне надо... Это я попутал, короче, надо в этой... Я думал, это ресторан. Так, как отменить надо было там? Т нажать, да? Принять, Е. Ну, давай, принимаем, чё. Ой, Анталия, это такая муть здесь, короче, надо... Не, я не хочу. Анталия это муть, короче. Я с драконом перепутал. Там красный дракон или белый дракон. Как это там дракон есть, короче, ресторан. Ресторан, короче, дракон есть. Вот там нормально фармить. А здесь, так, чё ты? Ты мне показываешь. На. Это что? Кого-то это... Так, я, подожди, маленько сейчас не понимаю. Зону карантина исследуйте. Слышь, мне не надо зону карантина исследовать. Так, давай мы... Давай мы... Вот так вот сделаем. Чё вы мне сейчас тут? Пусто. Чьи-то это... Чьи-то там... Подожди, мне сюда что ли надо или чё? Так, а здесь эти рыгуны, блевуны. Зомбаки. Слушай, им как будто вообще похеру. Подожди, они вообще... Ах ты ж! Я что-то не понял, вон это... Это что за фигня-то была? Что за фигня-то это была? Я в него там пю-пю-пю сколько шмальнул. А, пиндец, блин. И эти тут мудаки пасутся там возле груза где-то. Не, я не хочу сейчас с ними связываться, с этими уродами. Опять бежать столько, да ёпрасоте.
Слушай, вообще не интересно. Ой, блин. Забыл про бинты совсем, блин, капец, что-то из головы вылетело. Тут же надо бинтами пользоваться иногда. Зашибись. Слушай, что-то у тебя тупники какие-то прям. Это какие-то тупники. Ты давай, очнись. Очнись, муж. Очнись уже, все, давай. Ты беги там до этого подвала. Встретиться ты там с этим Майклом или в канализации. Та-та-та-та-там. Да что ты? Не, сегодня что-то вообще не мой день. Вот, надо просто как-то так жестко тупить прям. Спрячь вот катану, возьми нахер. Подожди, это чё? Ты чё, блин? А? Не, ну это... Это просто тупость, как ты сливаешься прям реально. Просто по беспонту сливаешься. Ёлки-палки, блин. Так. Оба. А ты вот там, а вам слабо, да? Через толпу зомбаков пробежать. Опа. О, видали как? Так, а тут что? Люди Раиса, что ли? Так, я тут должен был жабу убить. Ну, хоть в эту попал. И в эту еще разок попал. Так, в эту вот. А, ну все. Так, и что? Ёб твою! За ногу дивизию, блин. Вы чё? Блин, здесь эти трое мудаков. Да пошли вы нахер. Дайте вот такой вот старый дедовский способ. Давай. Жду в гости, называется. Вот это я тебя располовинил, да? Ну, смелые есть. Кто? Кто смелый? Я так понимаю, нету смелых, да? Так, половинчатая. Ну. Так, хоть башку отрубил это. Ёлки, еще полицейский откуда ты взялся? Откуда тебя... Откуда ты взялся? А? Друг в форме. Ну, друг, это я образно сказал, то есть ты ж мне не друг никакой. Ё-моё, сейчас еще взорвется этот. Короче, давай мы попробуем открыть эту хрень, взломать. Нормально, под нормальным замком, которая. Забираем ресурсы и валим в подвал. Не хочу я с ними тут. Даже аптечек нету. Да нахер ты баллон-то этот взял? Брось его, ё-моё, блин. Оу. Оу. Упс.
Сорян. Сорян. Спуститься в канализацию. Давайте спустимся в канализацию. Нужно найти этого парня Майкла, чтобы не задумали искры. Это может сработать. Я должен им помочь. Ну давай. Давай поможем. И если там искры, что это? Так, подожди, а здесь что эти? Ёлки. А что, нельзя где-то... Так, ну, во-первых, мне надо починить. А во-вторых, мне нужно сделать стрел... обычный болт. Нет, мне не нужен обычный. Так, так, так. Стрела рейнджера нужно сделать. Что-то гвоздей-то у меня немного, оказывается. Давай 4. Придется все-таки собирать, видать, эти. Так, и что мне здесь поверху? Поверху не пройти, да? По низу плыть надо. Ну, давай по низу поплывем. Вот тут зомбаки. Компания веселая. Так, это ж... Давай. Клинок, но это не то. Это типа мне сюда, да? А потом типа сюда или куда? А чё, кошка не работает, да? Эх. Так, а вы... Фу. Что-то махом как-то они меня. Так, подожди, а у тебя что, молотого нету коктейля? А? У тебя коктейль молотого есть? Нету, надо... Надо коктейль молотого сделать. И не стесняться. Так, а вот. 62 могу сделать, обалдеть. Давай хотя бы с десяток сделаем. Так, окей. Все это. Блин, ну. Его ж надо еще поставить, получается. А, не стоит, да? Коктейль Молотова. А что вы на это скажете, упыри? А? Что вы скажете на это? Как толпой-то нападать, вы смелые, да? Все? Все? Блин. Слушай, ты какой-то, блин, этот... Качок какой-то попался. Здоровый какой-то, блин, бычара попался. Кто-то где-то хрипит, блин. А, вон вы. Ну, чё. Хрипите, что я вам могу сказать. Аптечки. Нет, бинты. Все, опять я превращаюсь. Зомби. Зомби рвется наружу. Так, ну вот только сейчас мне не надо то, чтобы тут кто-то это выполз. Подожди, откуда у тебя катана в руке взялась? Когда ты там руки сжимал, у тебя катаны не было. Что за обман? Эх. Кувалда. Кого я этой кувалдой бить-то буду? Давай сюда откройте.
Черт, я думал, ты кусака. Нельзя так бесшумно подкрадываться. Меня чуть инфаркт не хватил. Ну, не хватил же. То есть, а мне как надо было идти сюда? Гремя всем, чем можно, что ли, идти? Или что, как ты предлагал мне? Идти кричать там эти... Взрыв пакеты кидать, да, что типа обозначить, что я иду. Чтобы все эти мудаки собрались здесь. Чё скажешь? Я не хотел тебя напугать, Майкл. Ладно, ладно, Трой сказала, что ты придешь. Боже, хорошо, что она не видела, как я подскочил. Она не воспринимает меня всерьез. А ты что ли влюблен? А как в нее не влюбиться? Ты ее видел? Ну, я-то ее видел. Ты рискуешь жизнью среди толпы плотоядных зомби, чтобы произвести впечатление на девчонку? Слушай, эта эпидемия самая впечатляющая, что я мог бы в это выиграть конкурс. Трой на меня даже не взглянет, так что я пользуюсь любой возможностью себя проявить. Понял, отвел. Давай рассказывай, что надо делать. Ну, в общем, я пытался все сделать сам, но не смог пробиться через 9-й этаж. Кто бы сомневался. Представьте мне, тебе нужно будет взять взрывчатку, включить газ в плитах и разместить заряды в определенных квартирах. И они сложатся в какое-то изображение, и никто за пределами Харана не примет эту случайность. Если они сумеют это объяснить, все мы охренеем от восхищения. Ладно, если ты уже идешь, то сперва тебе надо на 10-й этаж. То есть, а что, если это все на 9-м, то зачем мне на 10-й? А? Капец, вот как это. Пока не взял эти гранаты или что-то там не взял. Не хотел дверь открывать. Где связь? Спрашивается, где логика? Ну, откроем. Ох ты. О, черт. Вот они там. Ой, что так темно. Давай подсветим. Так, тут по лестнице-то. Так, тут за... А ну, понятненько. Понятненько все. Так, вот что-то я это вот не знаю даже. Ближнего боя оружия взять или дальнего боя. Дистанционного боя оружия взять. Отмычки. Так, мне, наверное, лифт надо найти, да? Я же не пойду пешком на 10 этаж. Судя по тому, что здесь все закрыто, а здесь вот есть кнопка лифта, то я должен поехать на лифте. Ой, ох ты, какой классный лифт. Ну, вот. Поднимитесь на 10-й этаж. Че, я сейчас, надеюсь, никуда не упаду. Третий только этаж. О! А, у меня здесь недоступно это, там, стрельба, еще что-то. Так бы можно было прикольно. Едешь там, гранатку кинул. Какого черта? Наверное, что-то перекрыло шахту. Да не может быть. Вот оно, что перекрыло шахту. А чё я тебя обыскать не могу, почему? Ох ты. Что такое, ты в порядке? Да-да, пока да. Да-да-да. Да-да-да, пока да. Пока да. Ну, ё-моё, что-то... Нахрен ты опять спрыгнул-то? И так у тебя сил нету. Да спрячься свою катану. Слушай, ты это... Оклемаешься, нет? Все, наконец-то. Давай свет пока выключим. Оклемался, да? Так, теперь давай смотреть, куда нам надо. Куда нам надо? Так, он цепляется сюда, сюда. Здесь есть... А, вот. Вот куда нам надо. Ух ты, кабан здоровый какой. Тут уже ты не можешь, да? А, ты можешь вон туда, вон. Оп. И вот сюда. 9-й. Поднимитесь на 10-й этаж. Подожди, речь у нас шла про 9-й этаж или... Или я путаю?
Он же мне вроде сказал, надо на 9-м этаже. Давай откроем. Заложить. О, свет в холодильнике есть. Ты что, подключен как-то к это, к сети? Откуда свет-то в тебе? Ну, в тебе или у тебя там, откуда свет? Может быть. Это ничего не подобрать, ничего не активно. Картина. Похоже. Окна заколочены. А окна-то нахера заколотили? То есть в окно на 10-м этаже типа зомби какой-то зайти может? Или что? Тут вроде летающие зомби не наблюдаются. Так, вот теперь маленечко. То есть к лифту опять, да, надо идти? Получается, или что? Кнопку нажать? Ну, кнопка тоже не нажимается. И чё? Чё делать-то дальше? Чё? Вот сюда? Ну нет, ты как бы хрен мне прописываешь. Типа, ну он... А, ё-моё, блин. Майкл, я на 10-м. Отлично, ищи квартиры 105, 106, 134, 137. Да, я запомнил. 105, 106, 134, 137. Спасибо. Так. Только 30 урона. И тем не менее убили. Так, а вот здесь я смогу. Ага. А закрыть я могу? Могу. Так, с этими разобрались. Что здесь еще есть? Ух ты, сука, я аж напугался. Ты чё? Людей никогда не видела, что ли? Подскочила как ненормальная. Красавчик. Ё-моё, а чё у вас тут так много? Это чё, та квартира, которая мне нужна? Нет. А чё у вас тогда там много так? А или это проход в ту квартиру, которая мне там нужна, что ли, или чё? Просто смысл у вас здесь такое количество, если... Здесь нету того, что нужно мне. Так, чё, отмычка, давай забираем. Так, 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 давай. Иди... А, подожди, нет, надо ж тогда. Это ж сюда, и тут получается проход. Я же открывал тебя уже, да? А, нет. Получается сюда проход. Так, здесь музон там такой накаляет. Накаляет музончик. Подходите. Можно по одному. Блин. Здоровые попались. Ёб твою, блядь, ты сдохнешь, нет, сегодня? Давай, дохни уже. Сдохло, отлично. Блин, еще и промазать умудрился здесь. Куда стрела тогда улетела? Вот она. Так, давай, тут надо. Дружище, что тебе надо? Все, давай, с тобой покончено. С тобой покончено. С тобой покончено. Так, газ открыт.
Давай в следующую. В следующую хату. Та-та-та-та-та-та-та. Да, надо стрелы собрать. 105 и 106. Теперь 100... А ты чё? Это тот, в которого я кидал, что ли, эту? Коктейли Молотова я в которых кинул. Они, что ли? Так, это какая? 104, 103, 105. Это вот это? Давай, отстань. Блин, еще и промазал. Больше нету никого. Ну, хоть немного вас тут. Так, что здесь, никто не встанет? То вы же любите свои эти шутки, у вас такие дурацкие там. Так, 105-я. 105-106. Взрывчатку 134-137. Да, это я не справляюсь. Что такое, Майкл? У меня тут гости. Не подходите, ублюдки. О, гости у него. Нет, я их задержу, я тебе надо закончить работу. Я никуда не уйду, пока мы не закончим. А как так, камер 103... Все, что ли? Блин. Блять, взорвалось все, что можно только. Охренеть, там еще один этот ходит пузатый, смотри-ка. Ну, все, положил этих мудаков хоть. Да елки, вот это вообще прям живучий, смотри. Два взрыва пузатого пережил. Ты че, блин? У тебя башка бронированная, что ли, или че? У этого реально прям не башка какая-то, а этот доска для дартса. Стрела одна за одной только залетает, блин, в голову. Только одна за одной и залетает, только в путь вообще прям успевают залетать. Так, давай свет включим. Что ты в потемках-то ходишь тут как этот? Не надо там это базарить так. Ты все равно туда не выйдешь. Пока там скрипт не пойдет. Нужный. Так что ты это. Так, что ты мне показываешь? 100. Где-то наверх надо будет подниматься. Подожди, в смысле, а ты. А где наверх-то надо будет подняться? Здесь? Что-то я маленечко это... Я маленько запутался. 12 этаж, ну... Где? А, здесь, да? Как обычно, ёптать. Где? Как обычно... В дырку. В потолке. О-о-о. Крикун. Крикливый ребенок. Охренеть, смотри, тут все в этих.
Я думал, ты это упадешь. Стрелу верни. Фонарь погас. Сто тридцать четыре и 137. А где тут этот ребенок плачет? Здесь? А здесь ребенок плачет. Это ребенок плачет? Да, совсем. Вот он тебе, ребеночек-то, опять плачущий. А зомбаки-то откуда сразу понавылазили? Пистолет. Ну хрен ли я уж если взял пистолет, то тогда блин, благо патронов набрал. Давай-ка сразу вас всех тут позамочим, потому что черт вас знает, каким препятствием вы мне можете в дальнейшем стать. Поэтому пока мы вас всех замочим. Ну, все, у меня патроны закончились. На нахер, тварь мирская. Все. Отлично. Ты не мог бы спуститься сюда? Я, конечно, справляюсь, но от помощи не откажусь. А сюда это куда? Слушай, эй, ты сукин сын. Господи боже. Майкл? Если ты со мной что-то случится, беги отсюда, детонатор, выбирайся отсюда, взрывай все к чертям. Это ты выбирайся отсюда, возвращайся к Трое прямо сейчас, оставь детонатор. Найдите детонатор Майкла. Ну, найдите теперь. Поблуждать еще сейчас тут придется, да? В поисках этого детонатора. Тут же где-то спуск был. А, ну да, вот. 12 этаж, потом с 12 этажа через потолок в стене. Ой, через потолок в стене. Через дырку в полу на 9. Так, что здесь такое было? И пистолет. Так, подожди, это... Я надеюсь, это... Это музыка такая там, типа, была. Или что это было? Лифт не активен.
Так, и как ты мне предлагаешь тогда спуститься вниз, если тут не активен лифт? Здесь потолок только... Так, вот здесь только так. Здесь... Отлично, конечно, прям я... Гениальному вашему этому рад. Блин, и чё? Ну ты мне показываешь, что вот сюда надо. И чё мне надо сделать-то? Кнопку нажать или что? Что это за звуки? Пиздец, пиздец. То есть как? Откуда? Жили мне надо было... С 10 этажа на лифте попробовать. Ну-ка. Ну там же... На 10 этаже же тоже лифт есть, да? Ну-ка. А, вот, смотри, вот здесь есть лифт. Так, теперь... То есть мне что надо? Вот так. Спуститься сюда. Здесь 5. И что? А, типа вниз я ж могу поехать, да? Все понятно, сейчас вниз я могу поехать. Что, снизу кто-то лезет? А, не, я просто упал. Черт. Вот дерьмо, да? Ой! Глупо слился так, пимпец. Патроны потратил и слился впустую. Вообще молодчик. Так, и чё здесь? Ну и чё, вот, да, вот. Нахрена мне винтовка, если я из нее не стреляю? Ну, спрашивается. Нахрена козе баян? И вот именно. Зачем винтовка, если из нее не стрелять? Так, этот куда детонатор-то заныкал, дурачок? Здесь где-то оставил, да? Надеюсь, ты в порядке, Майкл. Надейся. Детонатор-то где, блин? Сука, ты детонатор где-то здесь оставил или чё? Где детонатор? Я, может, в шары долблюся? Кувалда какая-то. Хрень какая-то, хрень какая-то, хрень. Ну или вот сюда. Просто если сюда, то... Да нет, он показывает, что типа наверх надо. Ну, либо это спуск, либо детонатор еще где-то... А, вот он. Охрененно, блин. Поднятый детонатор. Покиньте здание и взорвите бомбу. Ну, конечно. Покидать здание я мастер. Я это умею. Так, а мне надо наверх или вниз? Если наверх, то... У меня нету этой...
окошко почему-то не работает. То есть это не сюда? Тогда куда или как? А, тут открыто. И даже для таких дурачков, как ты, стрелочками обозначено, куда направляться. Типа вниз. Ну вниз, и что дальше? Типа еще ниже. Давай-ка мы это всплывем опять. То воздуха нет. Ага. Не, ну подожди. Ну. А, это я отсюда пришел. А вот сюда надо мне идти. Там, да? Сюда же? О! Здоровичало. Ну так, такой себе здоровичок. Не очень-то. Так, что тут еще есть? Ага, сюда. Сюда. Кошка решает. Ну. И где же Майкл? Все. Я это сделал. Старый город. Я заложил взрывчатку. Посмотрим, что должно получиться. Давай посмотрим. Активация Windows. Удерживайте пробел. Бах. Черт, да? Ох ты. Раз, два, три. Я взрывчатку закладывал. На двух этажах, заметьте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где? А тут на четырех этажах. Надеюсь, этого хватит. Ты выходила на связь? Джейд. Крейн. Джейд, это ты? Крейн, я слышала, что я вижу. Я вижу, что ты сделал. Теперь ты веришь, что я на твоей стороне? Истребок. Все. Вот же подонки. Все. Черт, если ты и впрямь с нами, Крейн, ты должен связаться с ВГМ. Нельзя позволить министерству взорвать город. Но я потерял свой единственный канал связи. Эй, умник говорит, что нашел способ, как пробить блокировку связи, но ему нужна твоя помощь. Джейд, слышала? Надо встретиться. Да, хорошо, встретимся в красном здании у изумрудного канала. Там все и решим. Решим. Ты там осторожней, здесь не мутанты куда хуже, чем зомби в трущобах. Ух ты, с каких-то пор ты обо мне переживать стала. То есть ты чё, сволочь? Ты реально, что ли? О, супер. Супер, ночь наступила, прям... Да мне, какие ваши очки навыков? Мне бы выжить сейчас, блин. Где безопасное место? Я уже очкую. Мне уже страшно. Вот эта синька, это безопасное место? Все, это безопасное место, да? Так, сколько мне ловкости осталось набрать-то? Чтобы качнуть этот. Но что-то очки ж удваиваются, да, вы типа сказали. Где мой меч? Вот он. Вот и набрали. Отлично. Все, спать.
теперь спать, взять заказ, чё? Знай своего врага, ухищрение, это все фигня. А зачем мне в канализацию спускаться? Что я там забыл? Я не хочу туда спускаться. Так, это что-то... бейте локтями во время бега. Прикольно, вот это хорошее. Хорошее. Так, что тут 33? А чё ты меня-то сюда? Типа сюда мне надо зайти? Что здесь такое? Ну, типа я... А, вон туда, да? Да бля, хамуха. Ты можешь просто вот... Саку взять, запрыгнуть? А чё ты здесь хотел, чтоб я... Подожди... Что это такое? Это здесь Давуд? Или кто? Что такое? Чё мне сюда? Зачем? Место встречи. А, это Джейд здесь должна быть. О боже, Джейд. Джейд. Что будет со Скорпионом, если вырвать у него жало? Приходи в музей, узнаешь. Трой, это Крейн. Райз захватил Джейд, забрал ее в какой-то музей. Ты знаешь, что это за музей? Музей? Да, Райз устроил там штаб-квартиру. Крейн, не ходи туда. Это настоящая крепость. Ты окажешься в ловушке. Нет, для ловушки слишком уж нарочито. Но ведь туда можно проникнуть как-нибудь незаметно. Не знаю, дай подумать. Может, Тарик? Он куратор музея, он должен что-нибудь знать о подземельях под крепостью. Ладно, там есть здание с садом на крыше. Там ты найдешь Тарика. Тарика или Тарика, черт его знает. И слушай, если будет возможность, найди себе новое оружие. Оно будет не лишним. Новое оружие, значит, найти, да? Ну, круто, конечно. Вот, ну... А найти оружие, но я вот нашел себе припасы только. Где мне оружие искать? Вот подскажите, пожалуйста. У вас же тут есть какой-то этот там... Крутой чувак, который делает там... Из пугача базуку. Вот фигурку зомби давай подберем. А, так, взлом, нормально. А что здесь? Поспать бы где-нибудь? Где-нибудь поспать бы? Так, и что здесь? И само то было бы. Дримануть. Дримануть. Аванпост Раиса. Так, это включить... А, это воду у мэрии включить надо. И найдите смотрителя музея. Ну, слушай, такое расстояние пробежать ночью. В принципе, сколько это метров? 284. То есть, по сути, это... Ёб твою мать. Все, меня спалили. И как мне теперь отсюда выбраться? Дверь закрыть можно? И что? Ты то есть дверь откроешь? А я вот телом своим подопру ее. Все, погоня отстала, да? Слава богу. Слушай, ну мне сейчас что, как мыши сидеть это? Всю ночь, что ли, сидеть? Я, конечно, сыкло, но, блин, это... Не настолько же. Ну смотри, эти падлы прям ходят под этим. Под домом. Раз, два, три... 4. Охренеть. Подожди, а может это эти? Может... Вот эти... Блин, вот как их понять, кто из них кто? Как понять, кто из них кто? Короче, Склифосовский, нехер тебе понимать. Берешь и чешешь. То сейчас будешь тут это. Как понять, а кто это, а чё это, и, блядь. Пошел и побежал. Что ты тут, ёптать? Сюда вот тут прокатился вот так вот там, да?
Вот, смотри, ты уже практически это на месте. Еще очки опыта сейчас, он уже 170 метров осталось всего лишь. То есть уже 150 метров осталось. Все, тут уже... Ты уже практически на месте. Вот, тем более ты вот так можешь сделать. Я и забыл, что я так могу делать. Вот, теперь можно вот так вот скатиться можно. Все, ты уже на месте, все. Ты больше очковал. Подожди, а там где-то это логово было. Мудака этого. Мутанта. Да нахер ты мне нужен. Мутант сраный. Все, вот ты и добежал. Че ты там? Сейчас бы... Сидел бы сейчас там. Да вот это ты, что ли? Не, это Байрам какой-то. Так, ты новый паркурщик? Я Байрам. Может, я и не богат? Весь кто? Могу помочь тебе срубить деньжат и немалых. Мой человек находит хищников, а паркурщик машет перед ними красной тряпкой. Они гонятся за тобой, пока ты не смотаешься или не останешься без башки. Меня устраивают оба варианта. Сколько? Ты у нас новичок, и вознаграждение получишь не очень большое. Но с каждым твоим успехом сумма будет расти. Как заманчиво, ёпарасоте. Как заманчиво. Как же я от такого предложения-то отказался? Да слушай. Так, ты барыга? Давай, барыга. Так, немецкий пистолет есть такой. И американский. Ну, американский однозначно мы продаем. Охотничья мачете, восточный нож. Это мы все продаем. Так, у тебя патроны есть? Патроны, стрелы, ничего такого нету, только стрелы, да? И то электрические. Чертеж супер. Так, ты кто? Исхан. Если ты за едой, подожди, получишь свой паёк в порядке очереди. Я здесь не поэтому, я крайний паркурщик, я могу найти что-нибудь. У нас все заканчивается. Вода, еда, лекарства. Странно, что старый город беднее трущоб, но так и есть. Признаюсь, я уже начал верить слухам, что большую часть запасов спрятали в тайнике где-то в городе. К сожалению, Табит Эрдал единственный, кто мог бы это подтвердить. А из него слова не вытянешь. Где его найти? В той части города. Он неопытный, просто не опасный, просто несговорчивый. Он работал в городском совете, поэтому чертовски дотошен во всем. Не надо его убивать. Но если вдруг убьешь, тебя поймут. Ну ладно. Значит, можно сразу замочить чувака и не париться. Тарик, чего тебе надо? У нас нет ничего, только малость еды. Не парься. Меня прислал Трой. Трой, слава богу. У меня нервы ни к черту с тех пор, как я нашел этого мальчика. У него никого не осталось, а я как-то не очень умею заботиться о детях. Я здесь не поэтому. Но Трой обещала кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. В музей? Но Трой говорила, что кто-то придет мне помочь. Тарик, расскажи, как пробраться в музей, я постараюсь тебе помочь. Раи захватил музей, он убьет тебя сразу, как только увидит. Надо знать, чтоб не увидел. Трой говорила, что ты был куратором, а и что можешь знать, как попасть в музей. И как же ты туда попасть? У тебя есть акваланг? Нет. Плохо. Там есть ход со дна изумрудного пруда. Но придется долго плыть под водой. Тебе вряд ли хватит дыхания. Вряд ли не значит, что обязательно. Так что я попытаюсь. Вот так-то. Ты... Че молчишь? Так, что тебе еще надо, Тарик? Где ты нашел его? Он просто пришел. Он говорит редко и рассказывает очень странные вещи. В основном в каком-то майке. Песик. Из вещей при нем был только диктофон. Его дружок Майк, наверное, брат, парнишка, говорит, что оставил его. Он попросил меня сходить за Майком, но я вряд ли справлюсь. С собой его брать слишком опасно, а оставлять его давай не хочу. Где он жил? Улица Долма, дом 11. Может, и проверю. Возьми диктофон, может пригодится, разберешься, что там произошло. Конечно, разберусь.
О, десятка, 2000 баксов. Так, а что-то еще, подожди, какой-то квест был тут, нет? Не было, да? Так, ну-ка, давай попробуем вот это. Ёпрасоты, блядь. Да что ты за... Сука, здесь... Твоей этой прям ловкости можно позавидовать. Это ж надо так постоянно куда-то падать. Пипец, блядь. Да что ты, ёптать. Запрыгивай. Ну-ка, подожди. Так, вот где-то здесь, да, он? А вон тот мерзкий гад, а вон тот пожиратель. Все, я все понял. Так, этого я упыря смогу завалить стрелой. Ага. Только надо ее включить. А вот тех двоих, блин, мудаков. Хер-то там. Сука, я попал, не попал в кого-нибудь. Тебе что, вообще похеру, что ли? Слушай, что за херня-то? Все, убил. Так, и на меня началась охота, да? На меня началась охота. Так, так, так. А. А вот это мне втащили. Толку-то, что я их убиваю, если я с него ничего собрать не могу? Смысл этих всех убиваний? Сколько время? 2:55. Спать нахер. Я ничего собрать не могу. Так, ну, наверное, давайте-ка, наверное, на этом все будет. Потому что давайте это, на этом будет все. Продолжим мы в следующем выпуске. В общем, ребят, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А мы с вами увидимся завтра.